Приветствую вас, друзья! Рад видеть вас на нашем канале и напоминаю, что совсем скоро Новый год. Конечно же, вы о нем не забыли, но тем не менее, и сегодня у нас такое релаксирующее видео, немножко очумелых ручек, что же мы с вами можем поделать. А собственно, вы же помните, что Новый год – это одно дело отметить, а дальше у нас отдыхать, что чем занять детей – непонятно. Да и многие из вас наверняка тянут до последнего и не успеют купить новогоднюю елку. И вот сегодня у нас будет три мастер-класса, как сделать новогоднюю елку и чем занять детей. Выбирайте, что вы будете с ними делать. Я знаю, что новогоднюю елку делать после Нового года – это зашквар. Ну, тем не менее, а вот сделать картину с изображением елочки, это нормально. Поэтому каждый выбирает, что он будет делать из этого, а мы не будем тянуть и погнали. Для начала, первое, что мы сделаем, сделаем картину новогоднюю, которую можно реализовать с детьми. Плюс это техническое творчество, и плюс это просто весело. Что мы будем делать? Нам понадобится вот такая сосновая, то есть это такая досочка, я ее купил в Касторами, вы можете везде ее взять, она уже шлифованная, кто-то может взять что-то другое, но почему я выбрал сосновую? Потому что в нее очень легко входят гвозди, а это важно, потому что предполагается, что мы будем делать с детьми. А далее нам понадобится сам трафарет. Трафарет где мы возьмем? Заходим в любую поисковую систему и пишем, допустим, запрос такой: раскраска новогодняя елка нам, потому что с вами фон не нужен. И смотрим максимально простое изображение, чтобы не было тысячи линий. Если не хотите так, а допустим вы учебное заведение, вот вам еще один интересный формат. Вы берете, например, вот такого робота, который умеет рисовать. Одно занятие вы посвящаете тому, что вы с детьми рисуете, точнее составляете программу для рисования новогодней елки. Не обязательно именно этим роботом пользоваться, а как именно этим пользоваться, вы можете увидеть вот здесь. Итак, робот на первом занятии нарисует вам елочку, а на втором занятии вы используете этот листик формата А4 для того, чтобы его положить на доску. Да, это будет у нас трафарет своеобразный. Дальше, нам нужно этот трафаретик закрепить. Используем скотч, малярный, можно, если нет скотча, да, по какой-то причине такое бывает, клеем, допустим, карандашом воспользоваться, приклеить. И главное, чтобы у вас эта штука была неподвижна. Можно на гвоздике, на... придумайте, в общем, на что зафиксировать. Далее нам понадобится вот такой молоток, техническое творчество, вы же помните, и гвозди. В зависимости от того, много гвоздей, очень много гвоздей. В зависимости от того, какая перед вами задача стоит и с какой группой вы работаете, вы выбираете либо мелкие гвоздики, либо крупные гвоздики. Если маленькие дети, да, шляпка должна быть широкая. А еще вы найдете кучу приспособлений в интернете, которые позволят детям безопасно работать с гвоздями. Это такие зажимы. Я вам про них рассказывать не буду, вы все умные. Итак, я человек взрослый и начинаю, точнее, далее буду приступать к созданию елки. Конечно же, когда мы елку создадим из гвоздей, это уже произведение искусства, и оно действительно интересно, его можно подарить. Но если вы воспользуетесь вот такими ниточками, то будет вдвойне интереснее. Давайте приступим. Для начала мы берем двусторонний скотч и просто приклеиваем к доске по углам. Напомню, что настроение у нас новогоднее, делаем мы это все весело, не забываем. Так, отклеиваем скотч. Дальше, смотрите, важно сделать все по центру. Здесь я просто листочек сгибаю пополам. Я знаю, что у меня отцентровано изображение, а здесь я воспользуюсь линеечкой. Помните, что любое взаимодействие детей с линейкой – это уже невероятная полезная вещь. У меня ширина доски 20, значит, я на десяточке делаю пометки. С самого края вот здесь. Сделали и приклеиваем нашу елку. Вот так. Все, оп-оп-оп, край ровно-ровно-ровно идет, все, приклеили. Все, смотрите, так получилось. Дальше что нужно сделать? Нам нужно наметить места, куда мы будем вбивать гвозди. Мы можем использовать для этого карандаш и через равное количество просто ставить крестики. Можем использовать маркер. Но точно я вам скажу, что вот в это изображение, во все углы мы уже обязательно должны вбить гвоздь. Да? На длинных прямых будет у нас там, допустим, два гвоздя. Вот так. Хоп, хоп, видите, они сгибаются. Все, вот так делаем. И приступаем к практической части. Что, собственно, мы будем делать? Берем вот этот гвоздь. Вот он, вот так выглядит. Смотрите, с какой легкостью я сейчас его вобью. Почему я выбрал именно доску из сосны?
Длинные гвозди я взял, можно взять покороче. Я стратегию играю следующую. Забиваю гвозди сперва по углам. На ту высоту, которая мне интересна. У меня есть линейка рядом, и я примерно смотрю, чтобы сантиметр у меня оставался. Вот так, хоп, хоп. Поскольку мы с вами, друзья мои, находимся на YouTube, у нас есть магия и волшебная кнопка ускорения. Поэтому я делаю раз, два, три, и у нас все ускоряется. Раз, два, три. После того, как наша работа проделана и мы ею довольны, гвоздики все примерно находятся на одной высоте. Не забывайте, если не на одной высоте, это хорошо. Это дети делают руками, это прелестно. Мы начинаем оформлять. Для этого нам понадобятся нити разных цветов. Выбирайте их сами. Какую картинку выбрали, ту и выбирайте, чтобы было вам интересно. У меня елка будет зеленого цвета, звезда желтого, а основание, я не знаю, столб вот этот, да, то есть красного цвета, такого бордового. Но еще у меня же есть гирлянда. Гирлянда у меня будет смешением желтого и красного цветов. Назову его так, то есть я их просто переплету и гирлянду обозначу. Все, как это делается? Смотрите, берем, делаем первый узелок и фиксируем на, допустим, центральном каком-нибудь гвоздике, который вот у нас в нашем случае это гирлянда. Далее наша с вами задача сделать сперва периметр елочки, обозначить его. А потом, после того, как сделали периметр, сделать заполняющие такие движения. Как это делается? Как вот нравится, так и делается. Берем, первый проводим, узелок, заходим сюда, чтобы они не слетали сверху. Видите, у меня слетает. Поэтому вот так и вот. Можем сперва периметр вот так обозначить. Дальше начинаем заполнять, но чтобы вас не утомлять, потому что у нас три мастер-класса, по щелчку пальцев вы увидите уже результат. Раз, два, три. Итак, друзья, я закончил. Все-таки я не удержался и сделал, нашел гирлянду тонкую, проложил ее на основу и заплел. Заняло это у меня полчаса. То есть вот так рассчитывайте, взрослый человек за полчаса способен заполнить А4 формат. Вот, но это с учетом того, что у нас есть подсветки. И готовым результатом я доволен. Посмотрите теперь, как это выглядит. То есть вот у нас первый слой – это гирлянда, потому что ее можно гнуть вообще совершенно любым способом, и она не бросается в глаза. А дальше у нас идет зеленый фон заполняющий и гирлянда, которая из двух нитей – желтый и красный, бордовый – переплетается. Все, давайте посмотрим, как это выглядит. Оп! У нас гирлянда в двух режимах. Может быть вот так, может быть вот так. Правда классно? Вот этот отличный подарок послужит, точнее покажет родителям, на что способны дети, если вы это запускаете как дополнительное занятие. Первый мастер-класс, я считаю, может быть закончен. Вот эту коробочку можно спрятать, куда-то поставить, допустим, вот так сзади, и ничего не будет мешаться. Здесь вот взять линейку, да, приколотить и вот таким образом. Можно это все, если вы прямо совсем умелец, встроить, интегрировать, допустим, на другие батарейки, но это вы уже сами придумаете, и это может быть следующим мастер-классом. То есть, давайте посчитаем, по сути, первый раз мы рисовали, могли использовать робота, могли от руки нарисовать. Второй раз мы забивали гвозди, да, и, собственно, занимались оформлением. Это тоже можно на две части разделить, потому что это продолжительное время занимает у детей. И финишный, да, это мы уже прячем и, собственно, можем раскрасить сам фон. А мы вот так оставим, потому что нам нравится тема эко, вот как это все выглядит, здорово. Итак, друзья, переходим к следующему мастер-классу, погнали. Итак, друзья, давайте продолжим, делать мы будем следующее. Нам понадобится вот такой дизайнерский пенопласт, губка точнее, которую мы сперва пропитаем водой. Для этого мы берем вот такое ведро, какое уже нашел я. Смотрите, фишка работы с этим поролоном в том, что его нельзя насильно топить. Нужно, чтобы он пропитался самостоятельно, поэтому просто вот так придерживаем, и он опускается, и по мере наполнения водой он сам проникает внутрь ведра. Ускорять этот процесс нельзя. Первый пропитался, я его сейчас переверну. У меня 5 литров воды, а пока он пропитывается, расскажу, что мы будем делать. Нам понадобится вот такое кашпо. Так, давайте вот так. По-русски это горшок цветочный, в который мы поместим вот этот пенопласт. Поскольку он так легко не входит,
мы немножко обработаем низ, чтобы он плотно встал. А дальше, из этого пенопласта мы сделаем елку, точнее ствол нашей елки, основу. А сверху оденем второй и заострим. Как мы это будем делать? Просто берем вот так и режем ножом. Видите, как легко это делается? Подойдет на мастер-класс? Конечно же, подойдет. Так, смотрите, я достаю нашу конструкцию, видите, почти не капает, и помещаю в центр. Вот. Дальше у меня же остались такие остаточки. И я сейчас ими просто вот так поперек буду вставлять, чтобы у меня из горшка ничего не вывалилось. Вот так укрепляем. Вот так. Все это делается достаточно легко. Чик. Это такое веселое времяпрепровождение. Раньше мы наряжали елки, теперь мы елки сами создаем. Это же вдвойне интереснее. Это интересно и детям, и родителям. Потому что ну, такое вот занятие тут. Чего только не требуется. Я излишки уберу. Вот таким вот образом. Ножичком подработали, приработали, уплотнили. Все, у нас ничего никуда не девается. Теперь мы должны пропитать дальше. Что мы должны дальше? Дальше мы с вами, давайте перевернем, воспользуемся волшебным ведром. Вот таким, который у меня здесь находится. С еловыми ветками. Мы берем их по очереди, достаем и с помощью ножика распрягаем нужную нам длину. Вот так, оп. Можно воспользоваться ножницами. Но у меня есть ножик, поэтому сейчас сделаем просто горку веток. Давайте. Нарезали, получилась у нас горка такого лапника. А дальше что мы делаем? Берем нашу верхушку и интегрируем ее, она у меня вот тут не пропиталась. Видите, как хорошо впитывает. Взгромождаем вот сюда. И чтобы у нас не свалилось, используем шпажки. И просто по диагонали вот так вот их прокалываем. Все. Плотненько, хорошо стоит. Дальше. Понятно, что с этой елкой бегать не надо по этажам. Вот. Конструкция нежная, но зато вы ее сами создали. Плюс вода, содержащаяся в губках, не даст осыпаться нашим веточкам. Дальше работать с ней одно удовольствие, потому что она, вы видели, что протыкается легко. И мы по диагонали направлению вниз просто втыкаем наш лапник. Вот таким вот образом. Шаг за шагом. Все, шаг за шагом я все это скручиваю. И опять же, понимая, что вы уже торопитесь за подарками новогодними, не буду затягивать и включу магию монтажа. Погнали. Вот что получилось. Если я потрачу больше времени, будет намного лучше. Что я могу рассказать? Обязательно следите, чтобы у вас нижние ветки, да, по отношению к верхним, они прямо так шли пирамидкой. Мне нравится именно такая кривенькая елочка. Ну вот, ценю я больше такое. Несовершенное. В природе совершенства не бывает. Вот, тогда вы меня спросите, что ж ты ее начал делать? Дальше у нас процесс оформления. Это тот, что дети любят больше всего. То есть начинаем просто наряжать ее, привязывая различные бантики, какие-то игрушечки располагая. Вот такие самые простенькие или самые дорогие, самые ценные из бабушкиной коллекции. Вот. А еще что мы можем? Там же, где брали елку, товарищи мне сказали, были вот такие шишки. И шишки мы можем с вами прицепить, собственно, используя вот такой горячий пистолет. Ох, как тут у нас все происходит. Да? Берем. Оп. Наносим и приклеиваем. Вот таким вот образом. Ждем, когда схватится, чтобы отпустить. И переходим к следующему. Шишечки с елочкой, это вообще шикарно. Не забывайте перед началом использовать гирлянду, потому что потом вам эту конструкцию придется разбирать. Итак, друзья, занимаемся оформлением. Размещаем вот эти бантики и шарики. И переходим к следующему мастер-классу. Переходим к следующему мастер-классу. Будем создавать с вами опять же елку, но уже не такую, а немножко преобразованную. Смотрите, у нас здесь есть линеечки. Линеечки деревянные.
такой эко-стиль, давайте подумаем, что с ними можно сделать. Вот если набрать достаточное количество линеек разного размера, просверлить в них отверстие и наживить, да, или насадить на стержень, то у нас такая будет интересная елка. В чем проблема? Эти линейки уже сверлил, они очень тонкие, достаточно дешевые, они стоят что-то в районе 5 рублей за штучку. Но если будете сверлить сразу большим отверстием, то они рассыпаются. Поэтому, сейчас что мы сделаем? Я сейчас, чтобы не отнимать ваше время, во всех линейках просверлю отверстие. Дальше, понятно, что мне понадобится некий шест. Это будет вот такая шпилька, диаметр 8 мм, соответственно, сверло у меня 8 мм. У меня есть гаечки, на которую мы это будем фиксировать. Но просто так это будет неинтересно, потому что это такое? Шпилька, да, на шпильке закреплены. В общем, не сильно красиво. Чтобы заполнить сам ствол, мы возьмем вот такой брусок. Это брусок от лопаты или от грабель, то есть такого самого минимального диаметра. Напилим их маленькими брусочками и просверлим тем же сверлом отверстие на 8. Таким образом, у нас будет внутри проходить вот эта шпилька, да, такие брусочки, и перемежаться они будут между собой вот этими линейками. Чтобы ваше время не отнимать, включаем магию YouTube, и на счет 3 вы увидите все со всеми заготовками. Раз, два, три. Смотрите, что мы имеем по факту. У нас есть шпилька уже отпилена под нужный размер, у нас есть крестовина, напиленные бочонки и, собственно, вот такие линейки с отверстиями. И мы начинаем собирать нашу конструкцию потихоньку. Что мы делаем для начала? Для начала мы берем самые длинные из наших линеечек. Вот так вот мы их взяли и вставляем, ну, примерно вот так. Рисунком вверх. Вот, получился у нас такой веер. Сейчас мы берем гаечки восьмые. Итак, вот у нас такая ромашка получилась. Берем наш бочонок, одеваем. И дальше следуют линейки меньшего диаметра. Точнее, меньшего размера. Я уже про диаметр, потому что они создают другой диаметр. Ну и то, и другое может быть. Вот так одеваем. Получилась у нас вот такая интересная елка. Она, правда, необычная, классно будет смотреться, если вы ее подарите. Дети подарят такую елку кому? Конечно же, своей учительнице. Классно будет она смотреться на детском столе. А что мне осталось сделать? Мне осталось вот эту гайку закрутить до конца. Сейчас я этим и займусь. И одеть всю эту красоту на крестовину. Итак, друзья, получился у нас вот такой результат. Мы использовали поролон, чтобы поставить. Вот так все это выглядит. Раздвинули как нужно. На мой взгляд, очень креативная елочка, такая натуральная. Опять же, близкая к форме учебы, да, то есть, чтобы детям показать то, что можно создавать необычные вещи из обычных вещей. Да, те, которые они используют в повседневной жизни или хотя бы их видели. Поэтому... вуаля, на ваш суд. Друзья, мы создали сегодня несколько типов елок. Мне очень нравится вот это, которое у нас получилось, потому что это прям такой длинный, продолжительный мастер-класс. Напишите, пожалуйста, в своих комментариях, что вы думаете по этому поводу, какие елки вы создавали, из чего, что вам понравилось больше всего. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы оставаться в курсе последних событий. С вами был Александр, я рад вас поздравить с Новым годом. Пусть в новом году будет только самое лучшее. Чтобы вас ценили и вы были всегда здоровы. С вами был Александр, канал «Есть вопрос». Пока!